Она ест конфетку, а сладко мне. Это детское определение. Как же может быть она ест сладко? Она сладко, это очень удобно. Но! Подружка верная, стань, подружка древняя, стань, Маруська старая. Наши годы длинные, мы друзья старинные. Ты верна, как прежде мне. Слушай, для топера ты лучше. Николай, да. Пьем? Я ковал тебя телесными подковами. Я тоже не знаю, как же. Я покрывал. Но. Дубовый. Серьезно. За всех он к тебе готов околдовал. Как же это все-то получается? Чтоб запретить тебя, утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро. Подожди, я кроме «но» ничего не знаю. Ну, подружка верная, трус, старушка древняя, стань, Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Главное слово в этой...